Параллельно с главой города, но уже о деятельности депутатского корпуса, отчитался председатель городской думы Александр Кузьмичев. За минувший год народные избранники провели 10 пленарных заседаний, приняли 174 проекта решения. К знаковым можно отнести решение о внесении изменений и дополнений в устав города. Парламентарии уточнили порядок избрания главы города, его ответственность перед государством. Большая аналитическая работа была проведена над бюджетом. Благодаря многочисленным поправкам доходы удалось кратно увеличить. Это позволило решить очень важные социальные программы, которые позволили выполнить майские указы президента в плане повышения зарплаты бюджетникам нашего города. Удалось сохранить меры социальной поддержки граждан в части ежемесячных выплат многодетным семьям. Почти в два раза увеличилась финансирование социально значимой программы «Забота и поддержка», а также финансирование мероприятий на дорожную деятельность.